А перед началом данного видео я, конечно же, тебе советую подписаться на мой телеграм-канал. QR-код на экране, а ссылка в описании. И если YouTube заблокирует, я буду там. Так что переходи и подписывайся, чтобы увидеть транспортные новости. В сегодняшнем видео ТПУ Владимирская. Ну что ж, берите попить, покушать. И сейчас мы начнем. Приятного просмотра. Начнем, как обычно, с истории. Итак, в 1955 году на Владимирскую площадь пришла станция метро Владимирская. Она получилась пилонной глубокого заложения. И между станцией и площадью Восстания является самый короткий перегон – 700 с чем-то метров. В 1991 году на четвертой линии появилась станция Достоевская. Она получила такое название из-за того, что недалеко проживал Федор Михайлович Достоевский, и там же он умер. Схема выходов и переходов. А теперь посмотрим видео «Северной столицы». Итак, данное видео было снято на станции Достоевская. Выходим из первого вагона в направлении в сторону центра, ну или в сторону станции Спасская. Итак, мы выходим из поезда и с вами идем из первого вагона быстрее в арку. Что мы прошли? Направо у нас выход со станции, а нам уже налево, на переход. Идем прямо, сейчас я для вас все ускорю, как вы видите. И сейчас мы подойдем с вами к эскалатору. Так, мы подошли к эскалатору, небольшая очередь. И сейчас мы будем подниматься. И сейчас я тоже этот момент ускорю, чтобы это было для вас не так долго. Так, подойдем и поднимаемся по эскалатору. Поднимаемся наверх и проходим прямо по этому коридору. Ну, то есть поворачиваем направо, как коридор идет, и идем прямо. Спускаемся вниз по лестнице, и сейчас мы окажемся с вами на станции Владимирская 1-й Кировской Выборгской линии. Откуда мы можем ехать на станции Девяткина, проспект Ветеранов, и выйти в другой выход. Вот так мы вышли, и все. Ну что ж, данное видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и переходите в телеграм-канал, чтобы при блокировке Ютуба, а его наверняка заблокируют, вы не потеряли меня. Видели также транспортные новости. А также вы увидите там, куда я перейду, также на другие площадки. Ну что ж, всем пока.